Всем доброе утро. Я все еще в постели лежу, работаю, ищу квартиру вот начала. Я вообще первые часа два, наверное, после сна проходит всегда вот так, в телефоне. Знаете, сейчас начала подыскивать себе жилье. Сюда я заехала, получается, месяца, ну, уже третий идет, получается. Вот. И я в шоке от того, насколько выросли цены на квартиры. Ну, типа, очень сильно. Я вообще абсолютно не понимаю. Средняя зарплата, наверное, в Москве даже, ну, я не знаю сколько, 150 тысяч рублей. Плюс-минус нормальная квартира в Москве снять 120. Серьезно, сейчас нормальное жилье. Раньше можно было снять квартиру за хотя бы 120 тысяч. Я сейчас начала смотреть, я понимаю, что меньше 150 тысяч ничего совершенно нет. Ну, то есть мне не нужна квартира там вот однокомнатная какая-то, да, потому что у меня тупо даже не поместятся вещи. Я сейчас живу в трехкомнатной квартире. Я бы хотела сменить ее, ну, примерно на такую же. Я имею в виду по метражу. Но это вообще просто до абсурда. Вот человек должен работать, чтобы просто снимать, чтобы просто жить. Я вообще в шоке. И правда, люди сейчас, ну, средняя зарплата, наверное, там 120, по Москве 150 тысяч. What the fuck? На что, блядь, человек должен жить? И как он должен жить? Сейчас самые умные напишут про ипотеку, друзья. Я без вас тоже знаю, что нужно. Вот, но это немножко позже. Во-первых, я совсем недавно сама себе купила машину. У меня большая часть денег это в бизнесе, и она работает. Вот. И третий момент. Та квартира, в которую я просто вот могу отсюда сейчас взять и переехать, вот, чтобы мне места хватило, чтобы она мне как бы визуально нравилась. Я даже не говорю о квартире, которая у меня там в голове идеальная, да. Я говорю, просто та квартира, в которой мне было бы приятно, к примеру, жить. Вот как это, к примеру, да. Мне приятно здесь жить. Есть просто другие моменты там в виде стройки и прочих, почему я здесь живу. И вот я каждый раз, приходя к этой мысли, я вот сажусь так и думаю, блядь, как я благодарна просто Богу, там, родителям, себе, да, что я там работаю, что я нашла себя, что я могу позволить себе снимать жилье, что я могу сам, ни от кого не завися, путешествовать, отдыхать там, где я хочу, покупать себе все хотелки, которые я хочу, делать все то, что мне в кайф. Но я просто искренне не понимаю, не все там блогеры, не у всех бизнесы, не все там люди зарабатывают большие деньги. Но вот реально, если приезжает какая-то вот девочка, да, из хорошей семьи и все, но вот у человека нет возможности, она работает, блин, на зарплате, получает зарплату 150-120 тысяч. Как, блядь, человек должен реализовываться в этой жизни? What the fuck? Я реально не понимаю. Поболтаю немножко об этом, потому что мне нужно высказаться. Я просто в расстройстве. Я правда не понимаю, на что люди должны жить. Вот искренне. Ну, то есть я не понимаю, сколько должен... Ну, точнее, я понимаю, что человек в Москве, живя, минимум 1500 должен зарабатывать, чтобы просто чувствовать себя спокойно. Блядь, понятно, почему у нас инфаркты, инсульты, панические атаки и так далее. Так, блядь, конечно, человек просто даже не спокоен за свое завтра. Не все реализовываются в этой жизни, к сожалению, да. Не все умеют зарабатывать большие деньги. Я вообще не понимаю, вот реально человек получает зарплату такую в лучшем случае, и как он должен существовать? What the fuck? Мне дурно.
Больше новостей из дома 2 читай на сайте Гест Игра.